отдохнуть от войны. Дети и их родители из Донецкой Народной Республики приехали на экскурсию в Чувашию. Организаторы путешествия познакомили гостей с историей и достопримечательностями столицы. Проект «Помощь детям Донбасса» был запущен в республике еще в 2019 году. Все это время благотворительный фонд «Время помогать» привозил в Чувашии детей из города Горловка на лечение в реабилитационный центр. В этом году у пострадавших от военных действий появилась возможность приехать большой группой в 50 человек, 30 из них – дети. По пути гости познакомились с городами Болгар и Казань в республике Татарстан. Это очень сложный проект получился, провести их по стольким регионам, полстраны за неделю получается, и организовать им такой досуг, чтобы реально дети с родителями могли отдохнуть от войны, потому что там у них ситуация действительно очень сложная. Программа обширная. Детям организовали экскурсию по городу, показали наши храмы, набережную и Красную площадь, а затем пригласили в театр юного зрителя. Это неоценимая помощь для деток, которые не видят, они вынуждены жить 7 лет в состоянии войны, они лишены детства, и ваша добрая воля – это очень важно. Нас не оставляют ни на минуту, ну вот, в одиночестве задуматься о том, что все печально. С детьми постоянно работать. Гости побывали и в музее космонавтики в селе Шоршалы Мариинско-Посадского района. И власти, и представители общественности Чувашии готовы и впредь оказывать ребятам из Донецкого региона всемирную помощь. Я надеюсь, что эта встреча будет не последняя. И очень бы хотелось, чтобы они увезли с собой не только подарки и не только сладости, да, чувашские наши, которыми мы гордимся, но и ощущение детства, понимание, что мир прекрасен. И все возможно в этой жизни. Екатерина Шеверова, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика.